Вениамин Кондратьев отметил, решать, куда пойдут собранные средства, будут муниципалитеты. Им же дадут право устанавливать размер сбора. Все средства, которые будут собраны в результате курортного сбора, останутся в курортных муниципальных образованиях, то есть в этих курортных городах. Муниципалитеты сами будут устанавливать размер курортного сбора. Они реально понимают, какой поток, они реально понимают, какой он должен быть. И поверьте, давайте понимать, что глава муниципального образования, он не враг себе. Он не установит максимальный размер курортного сбора, если будет чувствовать, что это приведет к уменьшению туристов, которые приезжают в то или иное муниципальное образование. Никто не будет забирать деньги у Сочи, Геленджика, Анапы и им подобных курортных городов. В конце апреля Кабмин России одобрил законопроект, который предусматривает введение курортного сбора с января 2018-го. Пилотный проект запустят в Крыму, на Кубани, Алтае и Ставрополье.